Раз мы заговорили вот так более глубоко о участии во всех этих мутиловках России, сегодня я в утреннем эфире задавал очень важный вопрос. Вот уберем все эти провокации Азербайджана и так далее и тому подобное. Мы видели кадры с рудников в Дромбоне, поступили кадры, которые были сделаны, в том числе азербайджанской стороной, что оказывается в этих рудниках активно идут добыча разных, скажем так, богатств в прямом смысле слова Арцаха, включая золото. То есть 2 года после войны Арцах зарабатывал деньги на этом и этих рудниках. Сейчас у меня сегодня поступила информация, что часть богатств Арцаха забирает генерал Угановский, также брат Ашота Гульяна. Ну, я об этом подробно не буду говорить, но у нас очень много информации, какие генералы Арцаха имеют доступ к этим богатствам. Но понятно, что основная часть уходит в российские руки. Скажите, пожалуйста, имеет ли право житель Арцаха, который стоит с автоматом, защищает 24 часа Арцах, имеет право за эти 34 года житель Арцаха спросить у Арайка Арутюняна, Баку Саакяна, что это за рудники, кто получает с них доход, куда уходят эти доходы, имеет ли право или нет, и не кажется ли вам странным, что Арайка Арутюнян ни разу до сих пор не выступил по поводу рудников и не рассказал своему народу, а куда уходят эти деньги,